прошедшие выходные в столице Чувашии побывал главный Дед Мороз страны. Он открыл зимний сезон в детском парке Николаева и навестил учеников Чебоксарской школы для слабовидящих. До Нового года остались три недели. Подготовка идет полным ходом. Поздравить жителей Чувашии с праздником. Вот уже второй год подряд приезжает главный Дед Мороз страны. Вот так по-волшебному среди огней появился главный дедушка Нового года. С удовольствием вернулся в ваши гостеприимные края, чтобы вместе с вами зажечь огни на елочках и устроить настоящий новогодний волшебный праздник. Традиционно главного Деда Мороза страны с хлебом-солью встретил наш чувашский Дед Мороз Хельмучи. Оба сказочных персонажа в эти предновогодние дни заняты очень серьезным делом. Самое главное, мое любимое дело до занятия, это узнавать и помогать исполнять мечты. И ребятишек, и взрослых. Потому что и взрослые, и ребятушки, все для меня одинаковы. Все внучата. Больше всех появления Деда Мороза ждали дети. Я видела настоящего Деда Мороза. Он красивый, добрый, настоящий. Я его очень люблю. Я видел Деда Мороза. Он мне очень понравился. Он очень красивый. Взрослые тоже вспомнили детство. Дети по-другому реагируют. Они верят, что это настоящий Дед Мороз к ним приехал. Даже взрослые поверили, что он настоящий. Я рада. Я веселюсь от всей души. Несмотря на мои 81 год. Я рада. Очень рада жизни. На главного Деда Мороза страны решил теперь равняться и Чебоксарский. Очень разумный, интересный, скромный при этом. Я буду брать с него пример. Стану таким же, как он. Главный Дед Мороз страны или Чебоксарский, разницы нет. Они оба выполнили свою миссию. Сделали детей и гостей праздника счастливее. Ольга Алексеева, Бахтияр Велиев, Республика.